Буквально в следующем году в развивающемся районе бухта Казачья появится первая поликлиника. На трех этажах нового здания разместятся взрослое и детское отделение, а также женская консультация. Строительство уже началось, работы в самом разгаре. Два наземных и один цокольный этаж на месте предыдущего недостроя. 50 специалистов и 5 единиц строительной техники трудятся с начала этого года над важным социальным объектом – поликлиникой. Это первое такое учреждение в этом густонаселенном районе Севастополя. Его здесь ждали давно. Будущая поликлиника сможет принимать более 300 человек в смену и оказывать первичную медико-санитарную помощь. На цокольном этаже у нас расположены это технические помещения, взрослые отделения. Вот, на отметке нулевого этажа, то бишь первого этажа, у нас расположена женская консультация, взрослое отделение и детское непосредственно. И также на отметке второго этажа у нас расположено детское и взрослое отделение. За первичной помощью терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, хирурга, невролога, лора-офтальмолога, а также на медицинские процедуры рентген и УЗИ местным жителям больше не придется ездить в город. В будущем здании предусмотрено все для качественного и комфортного обслуживания пациентов. Специализированные кабинеты, коммуникации, лифты, санузлы. В проекте навесной вентилируемый фасад и даже зенитные фонари. Вот смотрите, наверху у нас, в общем-то, есть остекление, то есть оно обеспечивает естественное освещение в помещении. Освещение, от, естественно, солнечное, может таким путем проникать, грубо говоря, в наше здание, не прибегая к освещению электрическому. Именно так выглядит утвержденный проект на бумаге. В реальности уже готов цоколь, строится первый этаж. Также разрабатываем котлованы под устройство локальных очистных сооружений. Самые основные трудоемкие процессы нами уже были завершены. А именно это демонтаж предыдущей поликлиники, основания и фундамента, устройство плиты фундамента и, в общем-то, стены цокольного этажа. Сейчас мы начинаем, грубо говоря, еще разгоняться, набирать обороты. Я думаю, что постараемся завершить гораздо раньше графика производства работы. Объект готов на 30%. Темп взят отличный. Если все пойдет по плану, то уже скоро местные жители будут ходить на прием к врачам в свою поликлинику. Сейчас пока жители вынуждены ездить в город. Ну, я думаю, 2 года потерпим и начнем пользоваться медицинскими услугами здесь. Если брать итог 5 месяцев, то, в принципе, работы идут в графике. Темпы работ очень хорошие. Цена контракта 298 миллионов рублей. Финансирование идет по федеральной целевой программе социально-экономического развития Севастополя до 2025 года. В планах благоустройства и озеленения прилегающей территории. Ирина Варава, Андрей Вовк, новости Севастополя.